Тож сьогодні до нашої студії завітали вельми шановні гості, яких ми раді зустрічати в студії Нового дня. До нас завітав Станіслав Сукненко, кінокритик. Також до нас завітав Олександр Єгоров, керівник літературного клубу «Фенікс». А також сьогодні до нас завітала акторка театру та кіно, народна артистка України Лариса Кадочникова. Вітаємо вас. Доброе утро. Неспроста сьогодні ви завітали до нашої студії, тому що робите дійсно благородну справу. Було влаштовано вже вчора в нашому місті творчий вечір, ваш спільний творчий вечір, який був спрямований на благодійність, і про це хотілося б дізнатися детальніше. Я, наверное, отвечу, да? Да, это ты занимался. Вчера прошел благотворительный вечер великолепной актрисы Ларисы Валентиновны. Прошел он просто феерично. Зал разорвался от позитивных эмоций. Зал настолько был рад видеть звезд такого мирового уровня. Этот вечер был специально подготовлен в помощь онкобольным детям Николаевской областной больницы. Были собраны деньги с продажи билетов. Также были собраны деньги с помощи наших спонсоров и различных благотворительных фондов. Через буквально две недели будет проведен для онкобольных детей подпроект от этого вечера, который называется «Ты герой». Он заключается в том, чтобы воплотить детскую мечту и сделать им профессиональную фотосессию в виде супергероя в образах. Такая первая фотосессия по таким проектам с онкобольными детьми была проведена в Америке американским фотографом, и она потрясла весь мир. Наши николаевские дети также мечтают, потому что для них это была большая радость, и мы очень рады, то, что такие звезды, такие люди известные все-таки помогли им воплотить их мечту. Пані Ларисо, пане Станіслав, хотілося б дізнатися про те, як влаштувалась ваша співпраця з Олександром, як виникла загальна ідея участі створення цього творчого вечора. Ну, я познакомилась с Александром через Нину Ильину, она президент актерской гильдии, и приехал мальчик, которому 17 лет, он меня поразил, он взрослый, вот детскость есть, а он взрослый, он очень серьезно относится к жизни. И я просто потрясена им, потому что он так серьезно занялся вот этим проектом и его выполнил, хотя были масса сложностей. И он действительно этот мальчик, который очень много в жизни может дальше сделать. Это очень важно. Для меня самое главное, чтобы дети были эти здоровы. Поэтому можно приезжать и помогать, лишь бы государство и богатые люди помогли. Это наше будущее, эти дети. Чтобы они были здоровы, чтобы они смеялись, играли, учились, и будущее у них было прекрасно. Пане Станіслав, а ось з вашого боку, як з'явилась співпраця? Дело в том, что это творческий вечер Ларисы Кадочниковой, не мой. Я купаюсь в лучах чужой славы, поэтому я не мог отказать Ларисе, поскольку мы с ней работали и в театре «Русская драма» в одном спектакле играли, и были задействованы на разных фестивалях, и не один творческий вечер провели. Я очень уважаю Ларису, и, конечно же, понятно, что на такой огромной аудитории, на такой сцене одному человеку физически просто быть не очень как бы комильфо. Поэтому я решил подставить свое плечо. А наша работа в театре Ларисы Украинки привела к идее тому, что мы задумали и еще в процессе осуществления давней мечты Ларисы. Это роль Жорж Санд, известной французской романистки, и ее любви к польскому композитору Фредерику Шопену. Вот эту работу мы начали давно, но Лариса сейчас играет другую знаменитую француженку, Сару Бернар. Да. И премьера будет через месяц, 4 марта. Поэтому, может быть, несколько слов о Саре Бернар. Так, я думаю, это дуже цікаво для наших глядачів. Да, ну это, конечно, большое счастье соприкоснуться с такой великой актрисой. Потому что француженка, которая, как она говорит, у меня были только глаза, все остальное я должна была выдумать. Она покорила мир. Она была художницей, она была скульптором, она писала пьесы, и она помогала людям.
И это уникальная женщина, которая, в общем, это очень хорошо, что будут люди знать, какие жили и какие были и творили замечательные женщины, которые покоряли мир, покорили Америку, гастроли. И я просто приглашаю всех приехать на премьеру на 4-8 марта. Мне кажется, что у нас состоится хорошо спектакль, и репетирует режиссер Додик Бабаев, актер нашего театра. Замечательно, он очень любит, нежно относится, и как-то загорелся желанием создать спектакль, посвященный великой женщине. Слухаючи вас, хочеться сказати, що, я думаю, нашим глядачам зараз також дуже приємно, що вони мають можливість почути з нашого миколаївського телебачення таку зірку нашого великого масштабу всеукраїнського, що дійсно актриса-легенда і дійсно велика жінка, на яку хочеться рівнятися. Нам дуже приємно, що ви приділили час для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. І, можливо, окрім того, що ви проанонсували одну з прем'єр, яку готуєте, розкажете ще про якісь творчі плани, бо нашим глядачам дуже цікаво дізнатися про ваше життя. Ну, діло в тому, що я занята просто безумно. Ну, мало того, що я в серіалах знімаюсь, я ще, у мене вторая професія, я художниця. І 21 февраля буде виставка в музеї Лесі Українки, так, предварительна договоренность, де будуть виставлені і картини мої, графічні роботи, і колажі, посвящені Параджанову, великому кінорежисеру, який створив «Тіні забутих предків», і цьому фільму. В этих коллажах Сергей очень был Параджан, очень светлый, очень добрый человек. Это был гений. И он дарил, он всем, кого он любил, когда приходили к нему домой, он так открывал шкаф или то, что висело, и человек видел, ой, как красиво, тебе нравится, снималось и дарилось. Вот так после теней он очень много подарил мне вещей. Эти вещи, тогда муж мой был Юра Ильенко, кинорежиссер, мы долго хранили. И вот эти вещи в этих коллажах, то есть это история. И они очень красивые, очень, а потом это память. Память о великом народе, память о великом кинорежиссере. И я хочу сказать, что Лариса, помимо того, что она сказала, она же представляет Украину на всевозможных международных неделях украинского кино. В Америке, в Брюсселе недавно было. Да. Может быть, ты расскажешь, как принимают украинские фильмы, вот, например, поездка в Брюссель? Да, это вот совсем недавно, 2 недели назад меня пригласили, я поехала на 2 дня. Потому что каждый день репетиции, и так решили сделать такие поездки. Приезжает актер-режиссер на 2 дня, представляет свой фильм и уезжает. А Брюссель меня просто поразил. Город дивной красоты. Все памятники сохранены. Понимаете, не снимаются памятники, когда бы они не были поставлены. Ухоженные дома там 17-16 века, но они настолько ухожены, улицы, все, и люди ухожены. Это очень важно. Люди внимательные, люди очень светлые, красивые. Женщины, конечно, самые красивые у нас, но и мужчины, сидящие здесь. А что меня поразило? Я, честно говоря, не думала, что будет много народу. Там зал на 500 мест. Это не на 700, как вчера было. 500 мест. Очень красивый зал. Приехал наш посол Украины в Брюссель, в Бельгию. И очень много было. Там большая диаспора, украинская, русская. И очень много пришло иностранцев. Но я увидела сумасшедший интерес к нашему кино. Они искренне, это всегда видно, или равнодушные люди приходят, ну, как бы должные, попросили, пришли. А здесь я увидела безумный интерес к нашему кино. Я думаю, как это здорово, чтобы это не ушло. И начался фильм, кстати, посол говорил на французском языке, великолепно. Почему? Наверное, ему сказали очень много французов пришло, и он как бы отдал наш должность. Посол, наш посол говорил на французском языке великолепно. Он знает и английский, и французский, и украинский, естественно. И после просмотра все бросились ко мне, благодарили. И, конечно, автографы. Это было, вот это не только ко мне, это к искусству Украины, к самой Украине. И к великому Параджанову.
Я хочу сказать, что однажды мне пришлось переводить одному человеку, который иностранцу, попал на выставку коллажей Ларисы, и после того, как он все посмотрел, пообщался с ней, он сказал Ларисе: «Вы знаете, я никогда не встречал такую женщину, как вы». И Лариса ему сразу ответила: «А таких больше нет». И она абсолютно права. Так, дійсно, таких акторів, як ви, необхідно тільки рівнятися, тому що дійсно дуже висока планка. А ось щодо ваших ролей, завдяки яким ви стали легендами, я думаю, що це питання для вас вже стало звичним, але все ж таки, можливо, є якась знакова роль, яка у вас із тут серця є найголовнішою? Ну, звісно, це Марічка в «Тінях». Хоча були і ролі в «Біла птиця» з «Чорною отметиною», замечательная «Вечер на Ивана Купала», комиссары. Очень много. Это, я думаю, оказывается, я там снималась. Боже. Но я вам скажу, «Маричка», наверное, какой-то народный этот фильм стал. Он о народе, в принципе. Я вам расскажу один случай. Я еду в автобусе. Естественно, я езжу в автобусе, несмотря на то, что есть машина, но вечно с шофером, проблемы я сама не вожу. И сижу недалеко от водителя, на там одно из первых сидений. А рядом с водителем сидит женщина, так иногда подсаживается. И вдруг она поворачивает голову, что-то с ней случается. Она как-то... Ой! Она говорит так: «Боже! Боже, это Маричка!» Она просто... Ой! И стала, знаете, голосить на весь. Я: «Тише, тише, спокойно». Она заплакала. «Можно к вам прикоснуться?» Я говорю: «Пожалуйста». Ой! И плакала. Я говорю: «Я здорова, все в порядке, не беспокойтесь». И вот это на меня произвело очень сильное впечатление. Это дороже, чем ордена. Понимаете, потому что это искренне увидела это. И это не только ко мне, это к этой картине, к этому Параджанову, к этому уголку и вообще ко всей Украине, понимаете? Так, дійсно, любов глядача – це, мабуть, найголовніше, да, що необхідно для актора. А ось як вас зустрічала миколаївська публіка? Поділитесь з нами. Ну, ви розкажіть, дуже доброжелательно. Ми були поражені, що це огромне пространство було заповнено людьми. Но, понимаете... Миколаїв на вас чекав. Да. Ми розуміємо, що це... Такая акция благородная, что люди решили откликнуться и, конечно же, прийти и увидеть кумира, актрису, легенду, женщину, которой не властно время, женщину, о которой очень много написано и сказано, женщину, которая не нуждается в рекомендациях. Поэтому после мы показали фильм «Автопортрет», и была наша программа, но после... Мы сказали, что все желающие могут сфотографироваться, получить автографы, ибо огромная-огромная часть зала была на сцене, и Лариса каждому, кто желал, подписывала на билетах, на книжечках, на каких-то бумажечках автографы, фотографировалась. И это было очень трогательно, потому что видеть эти лица... Как люди прикасаются, да, как они очень... с трепетом относятся, что для них это было очень трогательно. Да. Олександра, дійсно, те, що зірки такого рівня приєдналися до нашої миколаївської акції, того, щоб допомогти миколаївським дітлахам, це, можливо, найголовніше, що ти очікував від цієї події. Але чи все відбулось так, як ти планував? Ми бачимо, що був вже аншлаг. Чи зібрано вже саме ту достатню суму грошей для того, щоб здійснити дитячі мрії? На самом деле, да. Деньги уже были перенаправлены на благотворительный фонд. Сейчас вскоре уже начинается допошив костюмов, которые необходимы этим детям. Некоторые костюмы будут браться в аренду, некоторые будут шиться по специальным меркам для детей. Так мы понимаем, то, что в магазинах мы не можем найти те...
параметры детей, ну, те параметры костюмов, которые для детей, которые лежат в этих больницах. И для них нужен специальное внимание, специальный уход. Сейчас уже готовы специальные фотографы профессиональные и дизайнеры, которые согласились также абсолютно бесплатно сделать и помочь нам с акцией, с проектом «Ты герой» для онкобольных детей. Также мы сейчас будем закупать хромакей, который необходим для реализации, в общем-то, этих фотографий, чтобы сделать образ, сделать это все реалистично. И после мы будем печатать фотокартины, будет проведена городская фотовыставка, и в конечном итоге эти фотокартины будут подарены онкобольным детям нашей больницы. Досить благородна ціль, за яку хочеться подякувати вам, Олександре, в першу чергу за її організацію. Знову ж таки, звертаємось до наших гостей. Публіка наша дійсно вас порадувала. Ми чекали на вас, ми готувалися до зустрічі. А ось як зустрів вас, як зустріло вас наше місто, місто Миколаїв, чи сподобалось воно вам? Чи, можливо, не мали навіть часу? Солнышком встретила, да? Ну, солнышком, да, надо сказать, что солнышко. О, город, просто надо очень серьезно поездить, посмотреть, и какие-то вещи очень произвели сильное впечатление. Вот эта церковь, да, церковь фантастическая. Она фантастическая совершенно. Какие-то, вот хотелось бы, старые дома, которые увяли, вот их восстановить. Вот пусть они останутся такие маленькие. В этом вся прелесть. Кстати, в Лос-Анджелесе очень много одноэтажных, это Голливуд, меня поразил, что у тебя одноэтажные, двухэтажные дома, но они все приведены в порядок. И это очень приятно, поэтому я пожелаю городу, чтобы город был приведен в идеальный порядок, чтобы мы приезжали и радовались, и чтобы дети были здоровы. Тобто наші глядачі можуть очікувати на те, що це не остання зустріч. І... Ну, я надіюся. Если Саша пригласит. Конечно. Я думаю, що все місто Миколаїв вас запрошує. Ми завжди раді бачити вас, пані Ларисе, вас, пане Станіславу, у дякую. Нашому місті, дякую. В студії ранкової програми дякую «Новий вам. День». А нашим глядачам хочу сказати, що ви матимете можливість ще побачити інтерв'ю наших шановних гостей вже завтра у програмі «Артмікс», «Артпростір», який ви також зможете поспілкуватися з нашими ранковими гостями. Вони поділяться своїми секретами. Ведуча програми Галина Щерба вже готується до цього інтерв'ю. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок хотілося б від вас декілька слів звернення до миколаївського глядача. Я пожелаю всім здоров'я, в першу чергу, щоб було благополуччя, щоб город процвітав. І пожелати, звісно, щоб в каждой семье было счастье. Счастье, здоровье, благополучие, естественно. Мы не должны нищенствовать. Понимаете, мы одна из самых прекрасных стран. И мне иногда неудобно, что мы живем бедно. Это должно уйти навсегда. И остаться красивой, безумно красивой, светлой нацией. Я тоже хотел бы сказать, что искусство, культура очень важны в нашей жизни, и я хотел бы пожелать всем вам побольше этой культуры, побольше положительных, позитивных эмоций для того, чтобы мы могли через культуру преодолеть очень-очень много проблем. Дякуємо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії, до студії ранкової програми «Новий день» завітав керівник літературного клубу «Фенікс» Олександр Єгоров, також кінокритик Станіслав Сукненко та народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, акторка театру та кіно Лариса Кадишникова. Дякуємо вам.